Всем привет! Вот мы проводили внуков сегодня, уже вернулись на дачу, поплакали, гамбургерами закусили. Но жизнь продолжается, пусть детки обживаются на новом месте, а мы их будем очень сильно крепко ждать. Вышло вам показать, что купили еще пачку удобрения. Правда, я не помню, Саша. Я думаю, уверена, что Саша здесь все посолил, деревья этим удобрением. Я только подсыпала лишь для уверенности этим удобрением малину, которую посадили. Вот. Пусть уже растет. Тут на тебя кусты подкормила. Снег тает, растает, заодно и подсыпется удобрением. Ну, не подсыпется, а растает. Так что крыжовник подсолила и всю малину. Надеюсь, что Саша все-таки подкормил деревья. Ну и как же не подкормить свою розочку. Так что розарий я тоже подкормила. Ну и на этом все, удобрение и закончилось. Тут я, конечно, самое любимое, тщательно подкормила. Поэтому мне не хватило на хосту, которая здесь растет. И мне лично не хватило на кусты смородины. Можно было еще клубнику подсолить, поэтому надо еще пачку купить и для уверенности посолить кусты, клубнику, клематис. Ну и то, что останется, подсолить еще деревья. Поэтому надо еще пачка. Это для уверенности. Я не уверена, что клубника точно не подсолена. Поэтому лучше, чтобы спать спокойно всю зиму, надо еще купить пачку и подкормить. Но это уже в следующий раз. И виноград этот дикий тоже подкормить. В общем, вот такая вот у нас погода. 0-2, по-моему, то, что было написано. Саша там что-то крутит, но это он свой контент. Я чисто по огородным делам, и это я выскочила на 5 минут. Поэтому я иду в дом греться. Посмотрю еще портреты. Привезли рамки несколько штук. В общем, я иду в тепло. Здесь мне больше делать нечего. Что сделала, то сделала. Всем пока. Хороших выходных.